Друзья, много лет назад я вам рассказывал про эту печку в деревенской бане. Вот она, наша печь. Печка 3 в одном. И воду нагревает. Здесь водичка. И закрытая каменка есть. Здесь вот внутри закрытая каменка. И плюсом еще для первичного получения пара есть вот это отверстие. Печке уже больше 30 лет. Вот такая вот печурка. До сих пор работает, недавно парились.